Добрый день, уважаемые подписчики канала, зрители канала «Сад, огород, цветы». Сегодня хочу вам рассказать о дерене белом, который называется сибирика. Очень декоративный куст с очень нежной салатово-белой листвой, декоративный буквально в любую пору года, будь то осень, лето или зима, он всегда радует глаз. Но для создания изгороди есть некоторое правило. То есть вот три куста я приобрела в садовом центре одновременно. Обращаю ваше внимание, что вот эти три куста имеют в основном такую салатово-белую окраску. Ну и так как уже осень, некоторые листочки уже приобретают такой бордовый окрас, но не ярко выраженный. И кантик становится таким бледно-бледно-розовым. Через некоторое время, через, наверное, недели две, я приобрела растение, которое тоже называется сибирика, но, к сожалению, как вы видите, окрас у него совершенно другой. Уже насыщенные бордовые листья, листва более яркая у него. Посмотрите. И что интересно, что образовавшиеся ягоды вот на этом кустарнике присутствуют, а на том, который я вам вначале показала, их нет. Вот посмотрите, пожалуйста, ни на одном кусте этих ягодок не образовалось. Я бы вам хотела дать такой совет, вы можете им воспользоваться, можете поступить по-своему. Если вы создаете живую изгородь, то ни в коем случае не приобретайте растения в разное время. Если есть у вас средства, то, конечно же, для живой изгороди лучше приобрести этот кустарник одновременно. Такое количество кустов, которое вам необходимо, чтобы не столкнуться с тем, что кусты у вас будут разного окраса. А так этот кустарник красив и в одиночных посадках, и в групповых, и для живой изгороди, и вообще для создания ландшафтного дизайна он очень хорошо подходит. Спасибо за внимание.